27 мая на территории сельского дома культуры села Коряки пройдет 21-я фольклорная ассамблея «Славянский венок». В рамках ассамблеи запланированы различные тематические площадки, такие как скатерть-самобранка, казачий хутор, детская площадка. Будут работать фотозоны, выставка декоративно-прикладного искусства, пройдут различные мастер-классы, а также яркая концертная программа. Работа площадок начнется в 12 часов, а торжественное открытие самой фольклорной ассамблеи состоится в 13:00. В ассамблее примут участие более 30 самодеятельных коллективов, артистов, солистов, а также мастеров декоративно-прикладного искусства из разных районов и уголков Камчатского края.